Массовые протесты в Будапеште. На улице венгерской столицы вышли тысячи людей. Но на сей раз они решили критиковать власть с комедийным подтекстом. Они требовали еще больше демагогии, ограничений свободы прессы и давления на образовательную сферу. Тем самым указывая на то, что кабинет министров в последнее время только этим и занимается. Местные СМИ уже прозвали митинг самой остроумной демонстрацией Венгрии. Власть медленно, но уверенно уничтожает демократию. Последней каплей было намерение закрыть Центральный европейский университет. Тогда люди осознали, насколько далеко все зашло. И теперь все вышли на протесты.